хороший календарик получился. И на сцене тоже. Здравствуйте. Я как бы первый раз в жизни на таком мероприятии, как ваше. У меня очень трясутся губы уже, просто остановилась там, переволновалась уже. Вот. Не буду вам петь, танцевать, показывать свои картины, фотографии, но хочу рассказать немножко о себе. Номер 22, извините, волнуюсь. Как человек я вообще люблю очень музыку, люблю приходить на какие-либо мероприятия и с такой ситуацией, чтобы «Вау, я сюда попала, и мне здесь нравится, я люблю улыбаться, я люблю смотреть людям в глаза, я люблю им помогать, причем и в плохих ситуациях, и в хороших». И не жду от них никаких обратных действий ко мне. Насчет моего хобби, я очень люблю фотографировать. Причем я не профессионал, как бы я из категории любителей, но мне это очень нравится, этим я занимаюсь. 3,5 года я отдала на то, что я занималась в театральной студии. Вот, мы там различные сцены, различная музыка, различные категории дворцов молодежи, начиная от всяких различных маленьких золоков и заканчивая дворцом молодежи. Вот. 2 года занималась бассейн, спортивная группа. Очень люблю различные фильмы, Франция, естественно. А может, вы пройдете, покажете, как вы ходите? Какой, кстати, без каблуков у вас рост? 67 или 68? Что еще раз? Без каблуков рост у вас какой? 170. Без каблуков? Да. У вас нет 170. У меня 170 везде пишут. Ну, пройдите. А можете пройти так, как будете по сцене ходить? Папа, нельзя, извините. Положите табличку, положите микрофон и пройдите с правильным. И назад. Здесь попой можно. Все хорошо. Все, спасибо. Все? Да, пока все, спасибо.